Телеканал КРТ представляє. Чи відповідає спосіб життя чиновників їхнім деклараціям, перевірять Національне агентство запобігання корупції. В першу чергу моніторим, моніторимуть тих, хто має скромні доходи, а користується люкс-автівками, купує маєтки дорогі годинники, як ми щойно говорили, та отримує цінні подарунки від родичів. Підставою для перевірки можуть стати і журналістські розслідування інформації від громадян чи організацій. Якщо у НЗК знайдуть факти корупції, дані передаватимуться правоохоронцям. Власне, я згадую, як Алькапона не могли спіймати на відвертому криміналі і його спіймали на, на невідповідності чеків, які його витрат з його доходами. Да, уклонение от уплаты налогов – это тяжкое преступление в Соединенных Штатах Америки. Его алькапоны взяли на уклонение от уплаты налогов, потому что они все боялись подтвердить свидетели, что он там кого-то убивал или заказывал, и поэтому нашли экономическую статью. Это история, но эта история имеет то, что патриотическое на то время президент и правительство Соединенных Штатов Америки реально хотели навести порядок преступном мире и с коррупцией в стране. Давайте теперь проанализируем вот эту информацию, о которой вы сказали. НАЗК э, существует с 2015 -го года. С 2016 -го года ведет реестр вот этих Е-деклараций. Скажите мне, пожалуйста, у нас есть с 2016 -го года НАЗК с реестром Е-деклараций, и у нас есть 5 новосозданных антикоррупционных органов, НАБУ, САП, ДБ, все перестали. Каждый из этих органов обходится в стране миллиард гривен. Вы мне скажите, есть хоть один министр осужденный, выявленный. Есть хоть один народный депутат осужденный. Ни одного. Не от нас, вся... на, на, на э, властное ЦИО... Цего... Закончилось отсутствие става преступления. Закончилось, да. У нее была ситуация, было э, там расследование, потому ну, что где-то там хотели ее снять, она не хотела. Опять-таки, на ЗК стало инструментом давления. Ее наказали ее же методами, и потом это все снизошло в антикоррупционном суде Раскрытики, вновь. Гаррис, такой? ваш прогноз. Да. Поэтому... прогноз, ваш рецепт. Э, нет, пока нет воли рецептов может быть тут один. Но вы в той системе, вы, власне, знаете... Я работал в правоохранительном органе. Но... Во-первых, я бы эти органы не создавал, потому что была функция в Генеральной прокуратуре, была функция в СБУ, и, пожалуйста, это органы подпрезидентские, ты ставишь туда своих людей, президент ставит, и пусть они борются с коррупцией, у них более чем достаточно на это полномочий. Ведь создавая специализованную антикоррупционную прокуратуру, ты что говоришь? Ты говоришь, что это эта прокуратура, значит, коррупционная? Ну, это же смешно. Ну, и шло питание про те, что Знаете? на вымогу наших, так званых, заокеанских партнеров. Ну, так, партнер. э, так вот, пусть бы заокеанские партнеры и дали нам бесплатно деньги в бюджет, и тогда бы делали бы свои требования. А то это за наши деньги, их требования, а в итоге, когда политической воли нету никакого наполнения. Поэтому э, очень простой рецепт. Воля президента, квалифицированный генеральный прокурор, и, пожалуйста, результаты. Вот и все. Не нужно террор устраивать. Ведь смотрите, какие у них кейсы. Кто-то из чиновников переночевал в доме бывшей э, жены, чтобы утро провести с детьми, пишут, что этот дом не был задекларирован, уголовное преследование. Или вот последнее дело по министру транспорту Амеляна. Он проехался на машине брата, І написали, що он не задекларував машину брата. Ну ну що я не могу на машині брата Пану юрі, але ж ви знаєте і завжди що... проблему. Пане Юрі, але ви знаєте, що е, реалії такі. Я теж проти брунькування тих антикорупційних органів, але реалії такі, що як правило, найбільш успішний бізнесмен це як правило е, губернатор сам бізнесу, не має права займатися його син або теща, або дружина. Ну є ж така тенденція. Ну, так, ви оперативно, ви ж вивчаєте ситуацію, ви это задокументуєте і доведете до суда. пока у нас показана ситуация, что эта вся работа велась с 2014 года. У нас сегодня есть 2020 год, то есть полных 6 лет. И эта работа имеет результат полная фиаско. Если есть полная фиаско за 6 лет, и ничего если не менять, то будет фиаско за 8 лет, будет фиаско за 9 лет. Если НАБУ показала за квартал первый квартал, мы с вами это обсуждали, этого года, 14 тысяч гривен поступлений в бюджет от антикоррупционной своей борьбы. Ну так нужно определиться, либо с руководством, либо в принципе с этим органом, либо, ну а вот продолжать, все остается как есть, и вот эти лозунги в прессе, для кого? Ну, как народ, что это? Идиоты? Ну, мы же с вами не идиоты. Ну, ладно, Наши телезрители стримая, так, народ. тоже.